сейчас мы попробуем с Андреем провести эксперимент, сыграть на разнооктавных варганах в ноту соль 48 и 96 Гц. У меня будет 48 Гц. Огонь. Поехали. Классно. Все равно чувствуется, да, когда играешь более высоких нотах, что как будто бы уже активируется вот эта часть, а не нижняя. И даже как бы дыхание не хочется прям вниз спускать, как будто бы дыхание само знает, где ему оставаться. Я, правда, да. Правда, только у меня такие ощущения, не знаю. Мне кажется, все должно быть индивидуально. Можно подбирать разнооктавные варганы под конкретные вот эти ноты по чакрам и уже смотреть по настроению. Где-то высокие, где-то низкие. Я думаю, так, у всех должно быть немного индивидуально. Ну что ж, двигаемся дальше.